В гримерках музыкального театра сегодня суета. К выступлению готовятся не артисты, а налоговые инспекторы. 11-й год подряд для представителей ведомства этот праздник один из самых важных. Тут они и пляшут, и стихи читают, и поют. В каждом творческом номере признаки принадлежности к профессии. Отрывок из конкурса «Визитка» в исполнении номинанта на звание лучшего в этой профессии Антона Ушаренко. Он работает в юридическом отделе налоговой инспекции по Октябрьскому округу Иркутска. Но рассказывает, с сентября по сегодняшний день вел двойную жизнь. После работы с коллегами придумывал танцы, песни, костюмы. Сейчас Антона готовит к следующему конкурсу. Специалист первого разряда будет исполнять рок-частушки. Молодой человек, как и все семеро участников, рассчитывает, естественно, на победу. Есть с кем бороться. Тем не менее, я ожидаю, что любой, наверное, участник ожидает, что его ждет успех. На это настроен я, на это настроена моя команда и все наши болельщики. В этом конкурсе оценивают не только профессионализм одного человека, но и работу всей команды. Специально для конкурса в каждом отделении были созданы творческие группы. Руководство госструктуры этот турнир придумало с особой целью. Это очень серьезно влияет на сплочение коллектива, что ли. Ведь подготовка – это непростая вещь. Вот 7 инспекций, они вышли в финал, а жало-то больше. Это отобрали уже в конкурсе предыдущем, который показал, что сегодня лучше участвует. В тяжелейшем налоговом бою победу одержал Антон Ушаренко. Лучшему инспектору вручат ключи от автомобиля. Правда, не в личное пользование, а на благо всего окружного отдела, который победитель представляет. Ирина Гапончик, Константин Синицын. Новости сейчас.